Насколько быстрее поедет автомобиль, заправленный 98-м бензином вместо 95-го? Прежде чем спорить, поедет автомобиль быстрее или нет, необходимо влезть в инструкцию по эксплуатации машины и посмотреть, что там вообще говорится про октановое число. Если сказано, что разрешен только 95-й, тогда все остальные рассуждения не имеют смысла. А если увидите, скажем, 95-98 или не ниже 95, тогда можно рассуждать дальше. Кстати, зачем вообще лить дорогущий 98-й, если предписан вовсе не он? Аргументов обычно два. Одни уповают на то, что 98-й более качественный, а другие убеждены, что на нем машина поедет быстрее. С первым доводом спорить не стоит, это полная чушь. Октановое число – это не мерило качество бензина, а характеристика антидетонационной способности. Можно, к примеру, нарваться на дрянной 98-й, но не припомнить ни единой проблемы с 80-м. Это лотерея. А вот поедет ли машинка быстрее – не факт. Во всяком случае, инструкция, допускающая разные бензины, обычно предлагает заливать 98-й не для повышения максималки, а просто в сильную жару, поскольку рост температуры повышает вероятность появления детонации. Но улучшение динамики при этом никто не обещает. Понятно, что возможность прироста резвости связана с углом опережения зажигания. Контроллер отслеживает границы зоны детонации, изменяя, насколько это возможно, угол опережения. Но на практике эта коррекция может и не дотянуть до оптимальной для 98-х областей. Опять-таки, если производитель машины указал 98-й бензин как рекомендуемый, то контроллер должен справиться с задачей. Но при штатных регулировках заведомо никаких выигрышей не будет. Любопытно, что сегодня наблюдается тенденция поголовного призыва отказаться от 95-х бензинов в пользу 98-х, да еще и улучшенных. Ряд крупных нефтяных компаний одна за другой проводят презентации с призывами заливать в баки машин исключительно 98-е бензины, да еще и с улучшенной моющей способностью. Формальная причина – это предотвращение детонации и преждевременной кончины двигателя. Чем же провинились 95-е бензины, рекомендованными автомобилестроителями, нефтяники объяснить не могут.